Помочь парашютисту, спасти утопающего и защитить себя и товарища во время техногенной катастрофы. В Нягане открылись соревнования «Школа безопасности». Взаимовыручку и находчивость предстоит продемонстрировать командам 8 городских образовательных организаций. Насколько школьники подготовлены к чрезвычайным жизненным ситуациям, узнал наш корреспондент. По легенде, нужно вывести людей из пожара в жилом доме. У пострадавших серьезные ожоги, различные травмы. Участники соревнований без заминки помогают потерпевшим покинуть опасную зону, оказывают первую медицинскую помощь. Судьи оценивают действия и теоретические знания. Нужно вести себя спокойно. Нужно, во-первых, собрать свои документы личные, собрать необходимое питание на период около 3 дней. Слушать информацию по радио или по телевизору, после этого эвакуироваться в бункеры в какие-то или эвакуационные эти пункты. Соревнования «Школа безопасности» среди общеобразовательных организаций в Нягане проходят более 20 лет. Условия с каждым годом жестче, этапов больше. При этом подготовка учеников растет. Команды с задачей справляются. Наш городской уровень проведения – это, можно сказать, как на уровне округа даже, может быть, и даже выше. Окружных соревнований, уровень наших команд, большинство команд, которые вот смело можно брать, и они всегда будут биться там за призовое место. В этот раз подросткам предстоит преодолеть полосу препятствий, помочь парашютисту, который запутался в линиях электропередачи, спасти утопающего. В городских соревнованиях участвуют 64 школьника. В течение 3 дней юные спасатели знания, полученные в школе на уроках ОБЖ, должны применить на практике. Безопасность – основа жизни. В этом году мы нашли более 25 человек в лесу, которые собирали дикоросы. Элементарно люди просто не понимают, как ориентироваться в лесу. Здесь они получат минимальные, скажем так, навыки. Допустим, если ребенок получил травму, как наложить правильно шину, как обездвижить для того, чтобы сильнее не навредить, как ориентироваться с компасом, с картой. Дети в полной безопасности. На территории лагеря организована круглосуточная охрана, дежурят медики. Руку помощи в сложной ситуации ребятам подадут взрослые, руководители групп. Командам, которые займут призовые места, предстоит отстаивать честь Нягани на окружных соревнованиях. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.